Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган 177. Сегодня у нас будет обзор на платный мод, а именно на Scania P-серии. Называется эта машинка у нас Scania P380. Ну, 380 это такое сугубо плавающее, так скажем, название. По той простой причине, что, грубо говоря, какой вы двигатель сюда поставите, такое, собственно говоря, название у автомобиля и будет. Модификации двигателей здесь разные, соответственно, просто говорим Scania P-серии. Вот, значит, находится у нас этот автомобиль в разделе «Вездеходы». Вот, приобретается он за символическую сумму, а именно в 13 881 условную единицу. Давайте мы, собственно, это с вами и сделаем. Выводим, заходим в тюнинг. Я обычно тюнинг на обзорах прогоняю там в виде ускоренного времени, там в 3 раза ускоряю. Вот. Так как мод, ребят, у нас этот будет платный, поэтому ко всему смотрим, досматриваем досконально. Значит, двигатель. Как я ранее уже говорил, их у нас здесь 3 штуки. 340-380 лошадиных сил, DC-12 у нас 340-470 лошадиных сил и, собственно говоря, двигатель DC-13 440-480 лошадиных сил. Давайте поставим, наверное, самый мощный двигатель. Коробка передач у нас, ребят, есть механическая коробка передач. И, собственно говоря, механическая коробка передач, переключая передач вездеход. Ну, вездеход, она не совсем вездеход, она то, как бы, ну, она называется регулируемая. То есть, да, то есть, я думаю, многие у нас встречали регулируемую коробку передач в игре SnowRunner, да, то есть вы можете там ее там по шкаликам таким переводить. Но так как я играю на механической коробке, то есть у меня, грубо говоря, скорость воткнул и, собственно, поехал, а дозирую я уже педалью газа, то есть мне не нужно дозировать коробкой обороты. Вот, то есть, ну, она здесь регулируемая называться должна, по идее, да, то есть мы ее, наверное, и установим. Значит, у нас есть 2 вида подвесок, то есть обычно мы привыкли видеть высокое и низкое, да, грубо говоря. Вот, здесь у нас есть мягкая подвеска и жесткая подвеска, то есть можете установить более жесткую подвеску, ну, не знаю, на что это, честно говоря, будет влиять. Шины, значит, у нас есть 3 комплекта своих шин, вот так вот они, ребят, выглядят, да, то есть вы можете их поэксплуатировать в разных, что называется, грязях. Мы это с вами и на обзоре сделаем, безусловно. Но единственное, я могу сразу сказать, что первый комплект шин в грязи, он демонстрирует себя как хорошо. На трассе отлично, на бездорожье отлично. Вот. Остальные 2 комплекта шин, они и на трассе отлично, бездорожье отлично, еще и в грязи отлично. Да? То есть я думаю, что вот какой-то из 2 комплектов, наверное, мы все-таки с вами как раз-таки и установим. Безусловно, еще присутствует и комплект дефолтных колес, дефолтных шин, вплоть даже до с цепями. Вот. Ну, я не знаю, кому как, я, честно говоря, к дефолту не особо любитель обращаться, если имеются свои комплекты колес. Лебедки. Значит, серийная средняя, удлиненная средняя, улучшенная средняя, мощная средняя. Ну, тут, как говорится, из разряда «что дороже, то и лучше». Дифференциал, ребят, у нас подключаемый, не имеющий возможности съема, так скажем. Полный привод можно установить, вот, да, то есть у нас первоначально автомобиль идет на заднем приводе с колесной формулой 6х4, вот, но при всем повышенном своем желании, если вы желаете заплатить 2300 условных единиц, я думаю, вы можете этот автомобиль сделать полноприводным. Модули кузова. Имеется несколько своих модулей, а именно топливный бак, который устанавливается за кабиной, самосвальный кузов, платформа лесовоза под средние бревна, платформа лесовоза под короткие бревна, платформа для тягача, да, то есть у нас здесь появляются крылышки, фигилышки, брызговички, фары и так далее и тому подобное. Вот. И в таком исполнении вы можете уже, как говорится, установить высокое или низкое седло под полуприцепы. Значит, тут, в принципе, и написано, платформа тягача используется с низкими и высокими седлами. Да, то есть, и присутствует незначительный комплект, ну, как функциональный комплект этот самый, дефолтных аддонов. Да, то есть, уже здесь у нас имеются под последнее обновление аддоны, такие как пожарный бак, да, то есть, я думаю, кто юзал последнюю обнову, я думаю, вы понимаете, для чего оно нужно. То есть это H2O, это у нас вода 1800 литров, дефолтная цистерна. Вот, что здесь еще могу добавить? Ну, наверное,
честно говоря, ничего добавлять не буду и ставить я ничего не буду, потому что у меня на улице уже стоят машинки в аккурат, все снаряженные под обзор. Ну вот, мы на них, собственно, и будем в дальнейшем смотреть. В разделе «Декор» задний бампер, да, у нас имеется фаркоп и задние фонари. Вот, то есть снять мы их не можем, ну, только через табличку гаража на полигоне. Вот, далее, крыша кабины. Можно установить либо маячок с сеткой. Только что-то сетку-то я, честно говоря, не вижу, если честно. Маячки вижу, сетку не вижу. Вот, и можно установить вот такой вот козыречек, да. То есть, ну, кому что больше нравится. Цены на все это сугубо символические, учитывая особенно то, сколько у меня здесь денег. Передний бампер. Можно установить дополнительную такую вот отшип, что называется. Я не знаю, как правильно его называть. Отшип, не отшип. То есть он добавляет нам, грубо говоря, вот эту переднюю панельку. И плюс ко всему еще и удлиняет подножку. Ну, в среде грязевой, так скажем, не знаю, насколько это актуально. Будет ли вообще хапать дамаг вот это вот приблуды? Имеет ли она вообще свою ЦДТшку? Вот это я не знаю. Вот, ну тоже хотелось бы на самом деле попробовать машинки с дайным отбойником, по-другому я назвать это не могу, вот, присутствует у нас уже на улице, да, то есть я думаю, мы на чем-нибудь прокатимся и, собственно говоря, попробуем поупираться. Вот, передняя сторона, капот, да, то есть капот он единственный неповторимый. В единичном исполнении. Вот. И также диски. Колеса у нас свои. И на свои колеса мы можем установить два комплекта дисков, которые меняются на передней оси. Вот. Ну, в принципе, как-то так. По цветам. По цветам, ребят, у нас есть один свой стандартный цвет, в котором, собственно, автомобиль этот родился. Да, и плюс ко всему присутствуют различные другие оттенки. Да, то есть оттенок, один оттенок от стандартного, да, то есть такой бледно-красный. Изначально у нас машинка красная. Есть бледно-красная, есть оранжевая, есть синяя, вот, и есть фиолетовая. Да, то есть кому что больше нравится. Вот, по разделу «Декор» здесь, ребят, ничего нет. Вот, здесь, ребят, пусто, даже по дефолту ничего у нас. Висюлек, наклеек, каких-то там деталей интерьера в салоне тоже пока ничего не имеется. Хочу сразу сказать, да, то, что автомобиль у нас находится, что называется, на стадии разработки, да, то есть он полностью функционален, все то, что на нем имеется, полностью функционально, то есть все аддоны функциональны, все, что хотите, возите, вот, можете проходить на нем уже карты, но машина будет дорабатываться, и все дальнейшие обновления, они, естественно, будут бесплатные, вот, то есть, ну, когда уже машина будет, грубо говоря, на финале доработки, да, соответственно, и ценник, скорее всего, поменяется, потому что работы будет произведено с этим модом достаточно очень много, вот, соответственно, цена будет меняться, да, то есть я рекомендую приобретать автомобиль именно сейчас, вот, чтобы получать все дальнейшие обновления уже бесплатно, вот, чем потом уже покупать за большие деньги, вот. Все это еще будет дорабатываться. Будут добавляться прицепы, полуприцепы, различные внешние элементы тюнинга, вплоть до измененных капотов и так далее, тому подобное. Я вот автору рекомендовал бы еще как деталь, ну не декора, а как это правильнее сказать. А, ну да, деталь декора, в разделе декора находится. Вот, добавить какие-нибудь решеточки на фары. Я посмотрел фотографии машинок, именно вот этих P380 скамеек, вот, и решеточки на фарах ставятся. Но чаще всего этот автомобиль себя позиционирует как именно грузовик-самосвал, да, то есть здесь вот, грубо говоря, вот в таком вот исполнении чаще всего он встречается на просторах интернета в виде фотографий. Вот, если что, ребят, цвета у нас комбинируются, да, вот, то есть давайте я, наверное, даже продемонстрирую, что вот если мы установили самосвал, при смене цвета цвет самосвала тоже будет меняться. Так что как-то так. Вот, ну ладно, давайте, наверное, мы с вами покинем гараж. Так, ну что ж, давайте, наверное, начнем. Я сейчас нахожусь в самосвале. Вон та самая машинка, на которой мы с вами выехали из гаража. Вот, самосвал с возможностью погрузки на две ячейки. Давайте заведем машину. Машину завели. Смотрим функционал. А, у нас даже, ребят, смотрите, работает самосвал. То есть он поднимается и опускается, соответственно, да. Ну, груз, естественно, у нас там застрявший, потому что он у нас загружен. Если груз распаковать, соответственно, он вывалится.
Вот, не буду я его пока что распаковывать. Емкость топливного бака у нас составляет 500 литров. Это на самом деле достаточно много. Вот. Так что я думаю, что многим намного этого хватит. По салону. Давайте посмотрим, что у нас по салону. В салоне у нас тонированные стекла. Вот, ребята, я вот, честно говоря, не знаю, кому как. Вот, нравятся ли вам тонированные стекла, вы можете написать в комментариях. Вот, я, честно говоря, ну, не очень любитель тонированных стекол. Вот, пишите в комментариях, кому как нравится, не нравится. Так, в целом, по салончику, ребят, достаточно все очень симпатично, да, то есть прям вот, прям все, как говорится, гладенько, красивенько, магнитолка у нас присутствует, да, то есть салон в целом очень даже симпатичный. Давайте заглушим, да, стрелки, ребят, у нас шевелятся, да, то есть все стрелочки у нас анимированы, которые должны быть анимированы. Значит, по салону, я думаю, все ясно, понятно. По работе светотехники. Давайте я, наверное, даже вот так включу пока что. Так, полный привод у нас, ребят, пока что отключен. Давайте мы, наверное, вот-вот можно включить полный привод, заблокировать дифференциал. Ну вот. Вот, все у нас темным-темно. Машина у нас заглушена. Ничего у нас не светится. Заводим машину. Появляются, ребят, у нас габариты главного освещения, габариты в районе козырька. Также у нас горят, ребят, габариты задних этих фонарях. Стопори, ребят, горят. Задний ход светит. Вот. И давайте, наверное, включим ближний свет фар. Головное освещение более ярко начинает гореть. Светит хорошо. По принципу ночью не заблудишься. Вот. Ну, в принципе, все выглядит вроде как, ну, все, что, как говорится, здесь имеется, то оно и светится, да, то есть ничего лишнего и ничего более. Прокатимся, посмотрим, на что эта машина у нас вообще способна. Вот, я еще поюзаю другие машины. Вот, это у нас машинка, ребят, без доп-бака, есть машина с дополнительным баком, посмотрим его емкость. Наверное, подрублю полный привод сразу. Давайте заедем на полигон. И, как я и говорил, вот у нас на этом, в этой модификации у нас, так скажем, установлен вот этот отбойник. Я хочу посмотреть, имеет ли он какой-то функционал, этот самый отбойник. А для того, чтобы посмотреть, имеет ли он функционал, давайте мы заедем с вами вот на эту рампу. Вот. Это будет, наверное, правильнее всего. Да мы, мне кажется, уже на заезде. А, да нет, по-моему, знаете, она такая сугубо символическая, визуальная. Вот, то есть вы долбиться ею не будете, когда будете преодолевать какие-либо преграды на дорогах. Да, вот там все, вот, да, вот там вот начали уже долбиться подвеской, потому что уже все цепляем, да. Вот, а так, по факту, вот это вот сама, вот эта губа, отбойник, не знаю, как хотите называйте, вот, она у нас без CDT-шная. Ну, я считаю, знаете, наверное, все-таки это даже отчасти и правильно, потому что, учитывая то, какое у нее расположение, раздолбите машину просто в пух и прах за кратчайший промежуток времени при покатушках по любой из карт. Малейший камушек, который встретится вам на дороге, будете нестись там, сломя голову, а едет она быстро, машина эта. Вот, несясь, сломя голову, просто задамажитесь вмиг, я так скажу. Давайте попробуем пройти змейку. О. Пониженный плюс. Повышенное спокойно подхватывается. Эх, перекатился немножко. Ну, давайте вот так. Ну и вот отсюда начнем руль поворачивать. Ну, вписался, короче. Понятно, ясно, да, я думаю. О, зато здесь я ни хрена не вписался. Так, давайте-ка мы с вами сделаем ремонт-заправка. Терпеть не люблю ездить на битых машинах на обзорах. Машинка на обзоре всегда должна выглядеть идеально. Даже если она не идеальная. Она должна выглядеть идеально. Так, заезд в гараж. Шикардосненько так заскочили.
Ну, машина, я говорю, как говорится, она стандартных размеров, что называется, ни больше, ни меньше, да. Вот, поэтому вписуливается она буквально во все повороты абсолютно без каких-либо проблем. Я думаю, что и разворот в ограниченном пространстве у нас за два присеста у нас пройдет вообще без каких-либо проблем. Для выполнения разворота вообще без проблем. Ну и, собственно говоря, подъем в гору. Переходим мы с вами на 1+, ну то есть пониженная плюс. Газ в пол, ручник снимаем. И на полном приводе машинка не с пихом. Почти заезжает. Ну я дифференциал, ребят, не блокировал. А вот смотрите, вот видите, смотрите, дифференциал не заблокирован. Задняя ось у нас вывесилась. И, собственно, вот такая вот беда, бедовая получилась. Дифференциал блокируем и спокойно заезжаем. Ну и поехали, съездим на грязь, посмотрим, как машина будет себя вести в грязи. Колеса, ребят, у нас топовые стоят, то есть это свои колеса, вот, которые едут везде и всюду, то есть по грязи, по бездорожью, по шоссе. Вот, везде эта машина теоретически должна ехать хорошо. Ну, по крайней мере, так гласит описание к этим колесам. То есть отлично, отлично, не хорошо, а отлично. Там же написано отлично. У нас только первый комплект колес везде отлично, только в грязи он хорошо. А все остальные комплекты колес, они везде отлично. Ну, доехали мы с вами до грязюки. Давайте, наверное, сразу прям в среднюю грязь. На повышенной передаче мы с вами занырнем. Посмотрим, как она поедет. Ну, я хочу сказать, проходимость очень бодрая. Прям без блокировки дифференциала. Ребят, смотрите, на повышенной передаче очень едется хорошо. Я бы даже сказал бы отлично. Как колеса, собственно говоря, пишу, так, собственно, машина и едет. На повышенной, ребят, смотрите, я сейчас вам даже пониженную, блин, ну для Скании, я считаю, это очень неплохой показатель. Реально неплохой показатель. Здесь у нас, вот, если что, вспомогатор стоит. Если мало ли кто-то вдруг засадился по самые помидоры. Ну, хардкорной грязи мы немножечко прикуриваем, да. Заблокируем дифференциалом, я думаю, вот у нас, кстати, маленько маякнул уровень нанесения урона водой. Но в целом, помучится, если и в хардкоре она проедет. То есть она, в принципе, она там что-то пытается, она что-то там буксует и что-то вроде как потихонечку продвигается, ну прям совсем потихонечку. Но грязь здесь хардкорная, да, то есть далеко не каждый автомобиль способен преодолеть эту самую грязь. Вот, поэтому давайте вот даже включим пониженную. Ну, проехать, я еще раз повторюсь, можно, но это будет не быстро. Тем более здесь у нас еще и вода присутствует. Вон, точки зацепа, если что, можно, кстати, посмотреть. Две точки зацепа спереди. Три точки зацепа сзади. Лебедка, насколько я помню, у нас топовая стоит. Так, давайте-ка я все-таки включу пониженную плюс. Не, ну в целом едет нормально. Я считаю, для хардкорной грязи, учитывая, что мы едем на Скании, да, это же там не та Скания, которая там, знаете, такая высокая там. Это обычная, по сути, шоссейная машина, которая, в принципе, демонстрирует нам неплохую проходимость, я считаю. Для хардкора вполне очень даже неплохо. Так, давайте пересядем в другие машинки. Вот, другие машинки я тоже, ребят, хочу пощупать, потрогать, поездить на них. Вот, и вам, я думаю, тоже будет не лишним посмотреть, то, как оно вообще едется на этих машинах.
Вот у нас машинка есть с бревнами, да, можно на ней, наверное, собственно, и прокатиться. Все у меня машины, ребят, полноприводные. Давайте съездим на горки. Может быть, на горках действительно там она, может, не потянет с бревнами. Я не знаю. Я не пробовал. Вот, видите, она достаточно бодро и очень едет, ребят, машина-то. Так, что-то я немножко не туда и поехал. Так, ну давайте повышенную передачу воткнем и попробуем заехать на грунтовую, самую крутую дорогу. Самая крутая грунтовка. Это у нас левая сторона этой горки. Пробуем. Поедет, не поедет. В целом машина классная. Вот, единственное, что мне не нравится в ней, это тонировка. Прямо вот от слова совсем она мне не нравится. Можете написать в комментариях за тонировку. Может быть, в массе, когда люди будут писать, нравится, не нравится. Терпимая красавица. Все-таки я думаю, что если в массе будут люди писать, если вдруг там многим будет не нравиться, да, то я думаю, автор сделает обычные прозрачные стекла. Мне кажется, это как-то оно более будет симпатичнее, да? Вот, можно спуститься здесь с серпантина. Опять же, это своеобразный тест на маневренность. Каждый из поворотов он становится более крутой. То есть это не так просто серпантин. А именно каждый из поворотов он все круче и круче. Вот здесь уже вписаться на самом деле не так просто будет. Я больше чем уверен. Хоть автомобиль достаточно маневренный, но впишется, мне кажется, он здесь не с первого раза. Да, вот. Хоть мы маневренность с вами на автодроме проверили, но все равно. Здесь очень крутой поворот. Ну, в целом, с бревнами едет неплохо. Это, конечно, не с прицепом. Прицеп будет крайне сильно якорить. Вот. Ну, если добавить какой-нибудь полуприцеп с кониками, да, для перевозки леса, я думаю, машинка будет неплохо возить эти самые бревна именно в полуприцепе с кониками. Вот, да, тоже, опять же, как своеобразная рекомендация автора, добавить полуприцеп с кониками для перевозки леса, ну и полуприцеп обычный для перевозки обычных грузов. В потемках ездить не хочется. Чит для последней версии игры еще не готов, там, где я мог остановить время. Пока еще не работает. Ну да ладно. Поперематываем. Ничего страшного, я думаю, с нами не случится. Куда я еду? Зачем я еду? Честно говоря, я даже и не очень знаю. И не очень понимаю, и не очень предполагаю. Не так часто я езжу по этим дорогам. Вот. Но поездить-то очень хочется, потому что я говорю, вот мод все-таки платный, да, я думаю, вам хотелось бы посмотреть вообще, как машина поведет себя в тех или иных ситуациях, да, то есть, я думаю, не лишним будет прокатиться. Но вот сейчас даже без блокировки дифференциала в целом едет машина неплохо, реально неплохо. Здесь, правда, вот я не знаю, дорога-то вроде как кончается. Ай, чертова сохранка, а. Как же она любительница малину-то всю испоганить, эта сохранка. Я вот прям даже все, вообще не шевелюсь. Вот жду, когда она пройдет, эта сохранка. О, теперь можно ехать. А мы забуксовали. Причем блокировка дифференциала, ребята, мне тоже не помогает. Я конкретно сел на камень. Прям конкретно-приконкретно. Ёшки-матрешки. А, по-моему, даже и цепляться-то не за что. Если только вперед, можешь попробовать зацепиться. Вообще, вперед я не очень-то хотел.
продвигаться, потому что мне надо повернуть налево. Да, вон, видите, булыжник. Булыжник под машиной. Не давал нам гад проехать полноценно. Ой! Ой! Не перевернуться бы! О! Проехал! Офигеть! Я, честно говоря, думал, все, хана сейчас будет. Думал, сейчас машина перевернется и, собственно говоря... Ну и, по-моему, еще не вечер. Что-то как-то мы тут шатаемся из стороны в сторону. Ну, в целом, неплохо. Смотрите, мы бы ехали, так или иначе, да, там с лебедочкой где-то что-то подтянулись маленько, но... Выехали. Ну, там такой булыжник валялся, мама родная, блин, ну, грех было на нем, по нему проехать и не заметить его. Не, ну, в целом, скамеечка прикольная. Я не знаю, кому как, ребят. Есть, конечно, какие-то своеобразные люди-патриоты, которые ездят только исключительно на отечественном автопроме. Вот. Я, честно говоря, за эту тему вообще ни разу не парюсь. Машина, главное, чтобы была функциональна, симпатична. Вот. На глаз, на вид, по функционалу. Вот. Ну, и, как говорится, что еще для счастья надо. Вот. Приехали мы с вами вообще в какой-то тупик на полигоне. Где мы хоть с вами находимся, мама родная? Надо было сюда направо поворачивать. Мы еще тогда куда-то с вами, может быть... выехали бы. Значит, по полуприцепу. Значит, смотрите, здесь у нас устанавливается дополнительный бак. Можно, например, так, давайте машину заведем. Заправить. Так, ну 3000 это у нас полуприцеп. Так, так, подождите-ка, дайте-ка я его отцеплю. Так, заправить. Скания 500 литров. Так, а где у нас функционал-то топливного бака дополнительного? Так, ну давайте-ка проверять. Что-то сдается мне. У нас что-то функционала-то я не вижу. А что это получается-то? Ребят, я, по-моему, обшибся. То есть он ставится... Платформа тягача. И вот здесь вот появляется вот с платформой тягача. А функционал вот этот бак, он не этого. Вот он бак. Вот он топливный бак ставится на 120 литров. А вот этот бак, он ничего не дает, получается. Платформа тягача используется с низкими и высокими седлами. Да, а почему бы не прописать функционал? Или это, может, масло какое-то туда должно заливаться, я не знаю. По-моему, было бы прикольно, если бы здесь функционал, там, если это 120, да, ну, хотя бы литров 300, я думаю, спокойно сюда и влезло бы допом. Вот, мне кажется, функциональчик-то можно было бы на этот бачок прописать. Лично мне эта машинка очень понравилась. Вот, покатались, в принципе, я думаю. Ну, я думаю, ясно, понятно, да. Проходимость у машины в целом хорошая, учитывая особенно, что это все-таки Scania, это не какой-то там... монстрюга на супер внедорожных колесах там и так далее и тому подобное. Она, в принципе, я говорю, эта машина, она позиционируется как шоссейный грузовик. Вот. То есть, в принципе, эта машина изначально в природе делается с колесной формулы 6х4. То, что здесь автор добавил нам возможность установки полного привода, это, можно сказать, это за счастье можно воспринять. Потому что, в принципе, в SnowRunner ездить на моноприводе это такое себе из разряда только, может быть, регион Мичиган какой-нибудь, да, неплохо поддастся под монопривод. Вот, ну ладно, давайте, ребят, наверное, на этом закруглимся. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылку для приобретения данного мода я оставлю под видео. Сам мод вы можете приобрести у автора. Ссылку на автора вы увидите в описании к товару. То есть под видео будет ссылка на товар. В описании к товару будет ссылка на автора. Ему пишите и, собственно говоря, все расчеты за мод производите исключительно только с автором. Вот. Мне можете не писать. Вы можете максимум мне написать, то есть нажать кнопку «Написать продавцу», и вы напишите мне и можете уточнить стоимость. Я вам стоимость могу сообщить по поводу этого мода. Вот. А так, в принципе, ребят, мод вполне достойный. Я считаю, вполне симпатичный. Вот. Приобретайте, катайтесь, наслаждайтесь. Еще раз повторю, что все дальнейшие обновления для этого мода, они будут абсолютно бесплатные.
Вот. Но подорожание в целом для мода я не исключаю. То есть те, кто будет покупать потом, возможно, он будет уже стоить и другие деньги. Поэтому, если брать, то лучше сейчас. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.